Ружье Tedna Prime S12C Black – это двуствольное охотничье ружье с вертикальным расположением стволов и двумя спусковыми крючками. В комплект входит 4 сменных чока, ключ и документация. Сверху над стволом имеется вентилируемая прицельная планка и мушка. Для более комфортной стрельбы на рукояти и цевье присутствует насечка. Затыльник выполнен из мягкой резины для снижения силы отдачи при выстреле. На прикладе на блоке стволов присутствуют антабки для продевания ремня. Ствольная коробка выполнена из стали, а ложа из турецкого ореха. Патронник и канал ствола хромированы. Для стрельбы на ближние и дальние расстояния на конце ствола имеется внутренняя резьба для установки дульных сужений. Выкручиваются они с помощью специального ключа, который идет в комплекте. Для неполного разбора ружья нужно: первое — отделить цевье, и второе — изъять блок стволов из ствольной коробки. При длине в 1200 мм ружье весит 3 кг 400 г с длиной ствола в 760 мм.